Об истории городского футбольного турнира, который сейчас проходит на стадионе 7-й школы Черноморска, рассказал главный судья соревнований, почетный член Федерации футбола Черноморска Вячеслав Яковлев. На следующий год мы будем делать 40-летие, будет юбилей, а сегодня 39-й чемпионат у нас. Значит, и у нас он родился в 78-м году. Каким образом? Приехали команды из Черновцов и предложили нам вариант. Значит, мы приезжаем весной, Буковинскую весну делаем, а они приезжают к нам, Ильичевское лето, ну сейчас Черноморское лето. Вот эти два турнира у нас с тех пор, с 78-го года и по где-то 2009 год были. Буковинская весна, мы выезжаем, а они к нам приезжают на Ильичевское лето, а сейчас Черноморское. А с 2009 года, значит, мы уже туда не едем, проблемы у нас с финансированием было. Раньше нас город полностью финансировал. И поэтому мы продолжаем этот турнир в одни ворота, можно сказать. То есть к нам приезжают на оздоровление. Значит, раньше чисто спортивный характер, а сейчас и немножко спортивный, и больше оздоровительный. Такие соревнования помогают привить мальчишкам любовь к спорту и возродить замечательные традиции украинского футбола. В обязательном виде, для того, чтобы спорт на Украине у нас по-настоящему, и в частности футбол развивался, обязательно массовость нужна. Чтобы побольше детей, чтобы не сидели возле компьютера, а выходили на площадки. Винницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская и Одесская области представили на турнир по две команды, которые сыграли уже два тура. В перерыве между таймами юные футболисты Буковины успели поделиться впечатлениями и о матче, и о нашем городе. Это сейчас будет у нас другая игра. Трохи важко играть, але мы выиграем. Дуже гарно у вас. Море тепле, дуже гарно приймають, з хлопцями подружився. О секретах своего успеха рассказали игроки команды «Черноморец». Ребята серьезно настроены на золото турнира. У нас команда хорошая, мы друг друга понимаем, ну не жадничаем с пасами, поэтому и выигрываем. Сыграли три игры, рассчитываем на победу. Пока по результатам первого тура соревнований с 6 очками лидирует команда нашего города «Черноморец». И юные футболисты не собираются сбавлять темп вплоть до финала.